И мы делали специальный бизнес-проект, куда мы потратим эти деньги. Там какая-то часть ушла там на маркетинг, то есть вот на продвижение нас по всей России, мы хотим заявить о себе. Но и значительная часть у нас ушла на лабораторию. То есть мы хотим у себя на базе предприятия иметь полный спектр исследований и испытаний наших светильников. Сумма 3 миллиона рублей. Это не сказать, что очень большая, но при этом очень действенная сумма, которая помогла нам вот именно создать этот коллектив, выделить время и заняться вплотную работой конкретно вот этой вот модуля этого изобретения. От Министерства промышленности, от Центра «Мой бизнес» сейчас есть ряд мероприятий, которые существенно могут нам помочь. Это субсидирование процентов по текущим кредитам, и это льготные займы 1-2% до 100 миллионов. Это существенно поможет нам расширить наше производство.